бабушка надела ордена и сейчас красивая такая. День Победы празднует она, о войне великой вспоминая. Грустное у бабушки лицо, на столе солдатский треугольник. Дедушкина с фронта письмецо ей читать, и нынче очень больно. Смотрим мы на дедушкин портрет и разводим ручками с братишкой. Ну какой же это дед? Он же ведь совсем еще мальчишка.